Привет, народ! Хочу вам снять видео. Все, наверное, многие слышали, есть безногие ящерицы. Они же веретенницы. Вот так выглядит веретенница. Черная, которая ползает точно как змея. Сейчас я засниму ее, как она ползет. В лагере полный кипиш, меня разбудили. Ревом, криком мы видели черную гадюку. На этот раз я встал, побежал, чтобы ее реально поймать. Вот, ну, конечно, понятно, как ползет веретенница и гадюка. Конечно, многие знают прекрасно, чем отличается. Вот, она довольно-таки не маленькая, сантиметров 35-32. Вот такая красавица. Вот. Конечно, много крика. Но вот хотел заснять вам как раз видео, что в Приднестровье действительно есть эти животные. Надо знать их, чтобы не убивать. В отличие от змеи, у нее полностью голова, как у ящерицы. Ползает она очень медленно, не шипит, не кусается и не может свернуться в клубок. Если вы видите, как я ее держу, придерживаю, вот она на всю длину так и висит. Змея так висеть будет только в случае того, если вы ее убили. Обычно она всегда... Нижняя часть, половина туловища всегда сворачивается. Вот такая красивая змея, веретенница, безногая ящерица. Все, всем доброго, хорошего дня.